Всем здорово! Наконец-то появилась погода, солнце, смотрите. Да, вот мы о том же. Не смотри, ни одного облачка. Вообще, все чисто. Классно. Классная погода, очень давно ждали. Смотрите, у меня сегодня, короче, доска другая. Я не знаю, что это за доска. Я что-то помню там. Помню, название. Был вот здесь вот штрих-код. Ой, асфальт? Нет. В общем, да, и целом, такая вот доска. Свою я сломал. Потом мне дали еще одну доску, я ее снова сломал. И вот, неприкольный, катаюсь сегодня на этой. Что, давайте кататься будем. Знаете, что неприкольно? Когда с горки едешь, ветер в глаза и прям ничего не видно. Слезятся глаза. Кстати, вы пока ехали за мной, вы не заметили, кто-то бампер потерял. Получилось. Знаешь, сделал все хорошо, отлично, но вопрос в другом. Заснял ли я хорошо? Ух, тут так мягко. Антон! Давай еще раз. У меня палец, по-моему, попал чуть-чуть. Я думал, это тень, а это палец, похоже. О! Ой, блин, а чё? А чё ты спрыгнул? Я не понял, чё. Да блин! Бен, делать ему no comply вот сюда. Оу. Нормально ты споткнулся. Бен, ты ждал новое видео? В смысле? Побей его. Живот его, чтоб это. Знаешь, что будет, если ты не будешь ставить лайки? Нет. Yes. Сам, короче, решили сменить спот. Сейчас идем куда-нибудь в другое место. Ты видишь это? Видишь? Вот это. Это спот. Спот. Бен, ты спот видишь? Давай позвоним. Позвони, спросим, он спот видит? Бен, ты спот видишь? Мы тоже его видим. Будем прыгать его. Все, пойдем прыгать. Так как мы с Беном договорились отсюда прыгать, сейчас я отсюда прыгну. Да, чтоб. Ой-ой-ой. В принципе, сделано. Перезапись, ребятки, я не заснял. Бен. Я заснял это. Слою. Что ж ты не снял? Послушайте. Спасли. Все. Устал. Бэт. Ой, камень впился. Ой. О, вот он.
Что скажешь? Вообще классный сантехник. Классный? Да, я думал, более неудобно будет подъехать, а не прям еще удобнее. О, нормалек. О. Что скажешь? Кикфлип сделать проще. Намного. Хотя я его отсюда еще не делал, но я уверен, что он проще. Блин. Да блин, почти. Давай, давай. И все же, кикфлип сделать легче, чем этот, бонус. Видите, я пока делал кикфлип, я немножко пропотел. Но ничего страшного, сейчас мы приехали, и вот, получается, Балтийская галерея. Если помните, вот там вот мы вылетали через перилу. И сейчас вот на этих ступеньках я только что сделал кикфлип. Вот Данил делает, он сейчас тоже хочет попробовать сделать отсюда кикфлип. Кикфлип проще, чем бонус. Бонус тяжелый трюк. Сейчас я идем тогда. Можно еще попыток, и мы уйдем? Ну, она не сломается, просто доска. Но мы сейчас идем.